Распаковка интересных товаров с AliExpress. Привет, с вами Либгит. Многие просили меня снимать все мои распаковки. Просили, пожалуйста, получите. Ну и сегодня понедельник, а значит, будем снимать то, что я заказал там из среднего, мелкого, ну, более крупное, то, что принес курьер. Мы это отложим уже для других обзоров. Тут именно только те пакеты, за которыми я ходил на почту. Честно, уже самому не терпится посмотреть, что в этих пакетах. Давайте по традиции все сдвинем в сторону и уже начнем крошить пакеты. Сдвинул все в сторону и, как говорится, можем начать. Так, ну, давайте возьмем какой-нибудь средний пакет. Вот это вот интересно, что тут, потому что какой-то странный пластиковый каркас ощущается. Уже, естественно, не помню, что заказывал, потому что по-разному абсолютно приходит. Что-то приходит там за 2 недели, а что-то реально 2 месяца. Вот я рогатку уже жду, наверное, больше 2 месяцев. Я так долго еще вообще ничего особо не ждал. Так, здесь у нас кулер, пропеллер, вентилятор такой. Цветной с RGB, это я брал для, ну, корпусной вентилятор для корпуса, да, системного блока. Кстати, на удивление, его так видели, как его заставили, просто в тонком пакете. Хорошо, что он вроде целый пришел. Ну да, он прям нульцовый. Вот. Стоит он что-то в районе 250, что ли, рублей. Люди хвалят, очень тихий, красиво подсвечивается. Ссылочку я ставлю на него в описании под видео, если кому интересно, можете перейти, заказать, посмотреть. Ну, прикольно, тут прям такие моторчики, смотрите, прям. Вот, прям какая-то прям катушка Тесла, прям внутри первый раз такой вижу. Ну, вообще, я еще заказывал там, по-моему, 5 вентиляторов для того корпуса, который вы, если не смотрели видео про системный блок, да, про ПК с AliExpress, посмотрите. Там классный корпус, и он просто требует от этих вентиляторов. Вот один из них на заднюю сторону я заказал. В принципе, мне пока что качество нравится визуально. Вот он 4-пиновый такой. Папа, мама, как угодно подключается. Ну, прикольно. Пока в сторону. Так, ну давайте какой-нибудь маленький пакетик возьмем. Потому что вы просили меня рассказывать прямо и мелочи, и не мелочи, про все. Просто интересно, что вот в этом таком тонюсиком, как будто в нем ничего нет вообще. Что в нем может быть? А потом уже, наверное, возьмем побольше пакет. Опа. Это, короче, друзья, моя любимая попросила вот эти вот маникюрные принадлежности, да, пилочки. Ну, а чего же нет, почему бы не заказать это на AliExpress, чтобы никуда не ездить, в магазины, нигде ничего. Вот, какие-то металлические, какое-то тяжелое еще. Железная какая-то. Ну, я думаю, особо уделять этому внимания не будем. Ну, в общем, такие штуки, кому интересно, может, женщины смотрят. Может, мужчины хотят что-то подобное купить себе или своим любимым. В общем, ссылку тоже найдете в описании под видео. Так, ну и давайте вот этот большой пакет возьмем. Уже вижу, что он консолидированный, потому что прощупывается тут и какая-то коробка, и какой-то пакет, и еще что-то. Здесь по-любому такая сборная солянка, которая сейчас все чаще приходит. Ждешь, когда все придет, и такое ощущение, что это все копится где-то, набирается, и вот оно дошло. Здесь по-любому много всего. Да, раз пакет, 2 пакет, 3 пакет. Ну, на самом деле это интересно. 4 пакет, 5, 6, 7 пакетов. Поехали. Давайте с маленького. Еще раз с маленького продолжаем. Так, что тут у нас? О, это, кстати, тоже в тему системного блока. Взял такую RGB ленту, которая подключается, там, по-моему, тоже пинное питание. Да. Ну, те же самые, да, вот. То, что блоков питания обычно полно, вот этих 4-пиновых. Вот, это по корпусу. К тому же самому компьютеру, системнику, ну, будет реально выглядеть красиво. То есть это вдоль корпуса, вдоль вот этого стекла прозрачного пустить, подключить, и будет такая красивая подсветочка. Подсветочка бывает разных цветов. Синяя, красная, зеленая. По-моему, я синюю взял, не помню. По-моему, синюю и разные длины, соответственно. Я, по-моему, взял, ну, сколько тут? Ну, метр, да, метр взял. В принципе, я так почитал, как раз вот так вот с 3 сторон. А с 4-й стороны-то и не надо. С 3 сторон вот так она будет, а здесь кулеры, они там свой свет дадут, и будет, в принципе, все хорошо. Давайте так договоримся. В общем, когда я соберу весь этот тюнинг своего ПК, я вам либо в Инстаграме, так что подписывайтесь, кстати, на мой Инстаграм, либо в Инстаграме, либо, может быть, где-то в социальных сетях фотографию, либо видео выложу. Вряд ли это будет отдельное видео на YouTube. Ну, вот где-то вот в таких вот просторах я это выложу, обязательно покажу, что у меня из этого всего получилось. Так, что-то хочется покрупнее что-то открыть, вот этот синий пакетик. Да. Ну, давайте далеко не отходить. Вот еще взял 2. Это на передний корпус, вот на эту часть системного блока.
Они такие, не дешевые, конечно, но это самые бюджетные из качественных, которые я нашел. Я реально заморочился, искал хорошие варианты. И вот эти мне больше всего понравились. Они именно светятся таким кольцом. То есть не лопасти светятся у этих вентиляторов, а именно кольцо. Очень фирменно выглядит. В магазине смотрел такие, в ДНС, в Ситилинке стоят почти в два раза. Ну, не почти, а в два раза дороже. Ну, видно качество, реально, друзья. Не знаю, как вам это потом продемонстрировать. Он такой тяжелый, плотный. Здесь даже, вот смотрите, мелкие уплотнители есть с каждой стороны. Тоже питание. Даже, смотрите, винтики дали, да, вот эти вот врезные. Брал я их одного цвета. Они тоже бывают разных цветов. Бывают универсальные там с переключением. Они где-то по 350 что ли, рублей стоят. Ну, то есть 2 где-то рублей на 700. Ну, опять же, цены все время меняются из-за курса, из-за акций и тому подобное. Так что цену актуально смотрите по ссылке. Так, давайте уж точно, что компьютер не относится. Вот тут уже надорвано немножко. Так что я продолжу. Вот. Пластинчик, похоже. Это платье, короче. Это мое любимое. Заказал платье летнее. Легенькое такое. Вот. Ну, кстати, классный материал. То есть нет ощущения, что там Китай какой-то. Блин, да нет, оно прикольно. Качественно пошито. Такой прям. Ну, вот есть такой материал какой-то такой. Я в этом не разбираюсь всем. Ну, что-то мне кажется прям совсем короткое. Может быть, я, конечно... Что-то не понимаю, но мне кажется, оно прям... А, оно же вот, оно как шортами. Все, я вспомнил. Оно как шортами. Ладно, короче, опять же, это не совсем моя тема. Я больше по электронике всякой. В общем, кому интересно, вот, если что. Так, поехали дальше. Вот вам маленький пакетик. Блин, как интересно, ребята, вообще. Я надеюсь, вам тоже интересно. Вам особенно интересно, что вы вообще представление имеете, что я заказал. А тут может быть абсолютно все, что угодно. Все вам покажу обязательно. Это что-то черное тоже из материала. Вообще не догоняю, что это. Наконец-то пришла тема. Знаете, что это такое? Это уже для меня. Вот. Необычно, немножко по-другому ожидал. Короче, это вместо вот этих масок, которые сейчас необходимо носить в общественных местах. Ну, у кого нет бороды, эти все маски, наверное, спадают куда-то вниз, а у меня, наоборот, наверх, что еще стрёмнее смотрится. Вот, а эта штука такая будет, сейчас, может, вам даже покажу. Вот как-то так это выглядит. Ну, вообще, на самом деле, такие штуки приобретаются, к примеру, для рыбалки, да, потому что мы находимся на солнце, и чтобы вот не обгореть... Вот, а вот так вот еще круче будет, да? Вот. Ну и как бы она на шее, вот так вот, лицо закрыто, здесь кепка, и лицо, в принципе, не обгорает. Такие штуки вот именно для этих целей используются. Вообще, по большей части я брал, чтобы не обгореть на солнце, и мне кажется, она хорошо вентилируемая. В общем, имеет место быть. Так, едем дальше, давайте вот этот ближний ко мне пакет. Оу, чуть что-то не порезал. А, три резиночки пришли, да у меня уже тут все пришло к этой рогатке, а рогатки самой нет. Но нет, это к другой рогатке, на самом деле, пришли резинки. Ну, вот такой вот у меня фетиш, кто первый раз столкнулся с каналом, кто не смотрел все мои предыдущие версии распаковок, у меня прям вот недавний фетиш по этим рогаткам, которые я еще все никак не испытал. Заказал еще дополнительные резинки, потому что это расходник, но это именно для стреляния шариков. Сейчас, секунду. Для тех, кто не в курсе, вот такие вот шарики. Это я пятерочку взял. Это 9 мм. Такие шары прям тяжелые. Ну и сама рогатка, которую я еще до испытания уже дома умудрился порвать. Ну, много на самом деле стрелял всякой фольгой там. Ой, дура! Прикольно на самом деле. Сама рогатка очень качественная. В самом первой распаковке у меня она была. Вот, и, соответственно, еще до испытания, вот уже шарики наконец-то пришли, а резиночку я порвал, я уже ее уменьшал, но уже некуда просто. И вот я к ней заказал вот этот набор резинок, сколько их тут, 5 штук, ну, их хватит реально уже очень надолго. В общем, детство, как говорится, заиграло в одном месте, решил вот такой вот штукой, так скажем, навыки стрельбы отработать, пострелять по баночкам, тут уже и баночек накопил. Ну и хочется сделать какой-то интересный обзор в плане, там, как эта пулька пробивает баночки, вот это слоумо, может быть, там, с экшн-камеры что-нибудь получится сделать прикольное, снять для вас обзорчик. И, как я понял, даже многим это интересно из комментариев. Кстати, если вам интересно, напишите в комментариях, вообще интересна эта тема или нет. Но помимо этой рогатки, я уже как месяца 2,5, наверное, назад заказал рогатку, которая стреляет вот именно дротиками, ну, типа, как рыбная охота и тому подобное. Вот, и все жду, никак не придет. Это уже все в полном комплекте, так что, в принципе, обзор можно для вас снимать. Давайте вот этот вот пакетик вскроем. Что тут у нас?
А, это блоки питания пришли. Ну, это я блоки питания периодически заказываю. Взял, по-моему, 2-амперные, да, или 3-амперные? 3-амперные два блока питания для питания регистратора, видеорегистратора, в котором будет жесткий диск один. Потому что к регистраторам, либо в комплектах всегда обычно кладу 2-амперные, и через там год-два у них ампераж падает, и приходится менять. Кому интересно, ссылочку вы найдете в описании под видео. По-моему, это самое нормальное соотношение по цене и качеству. Так, ну и тут у нас еще один пакет. А, это, наверное, тоже из темы компьютеров, сеточки, скорее всего. Ну, сеточки вот как раз перед тем, как кулер ставить, особенно на корпус, если таких нету, вот. Они, ого, сколько, я думал, я одну заказал. Куда мне столько, вы посмотрите. 5 штук здесь. Я-то думал, я 2 заказал, а тут окажется 10 штук. Нормально так. А как я так? Ну, теперь мне, короче, прям собирай не хочу компьютеры. Вот такие сеточки перед кулерами ставишь, чтобы пыль меньше попадала. Давайте, кстати, вот эту коробку распакуем, потому что мне интересно, что там и как это доставлено. Потому что здесь явно коробок, весит она грамм 700, 800, наверное. Да, 980 грамм вообще. То есть она практически килограмм весит, то есть, возможно, там что-то ценное. И вот так вот Почта России иногда сминает. Ну, я не знаю, прям, ну, жесть реально. Я не знаю, что это за люди, которые вот так вот относятся к чужому, да? Ну, понятное дело, что, может быть, им, конечно, это удовольствие доставляет, я других вариантов не вижу. То есть это они сделали и получили удовольствие. Денег же за это им не заплатили, нет. Соответственно, наверное, получили удовольствие от этого. Друзья, я дождался. Пришла моя рогатка. О чем мы с вами говорили? Смотрите, раз. Это, короче, под этим. Мне, кстати, я не заказывал. Я взял комплект, кстати. Я взял комплект рогатки именно для вот этой вот речной охоты на рыбу, да? И тут еще положили дополнительная вот такая вот резинка, чтобы стрелять чем угодно, шариками, камнями, не знаю. Вот такие вот резиночки именно для дротиков, для стрел, как угодно их называйте. Красные, это, кстати, прям вроде как говорят, самый нормальный. Раз, два, три. То есть вот такой комплект я взял. Комплекты там разные абсолютно есть. Отверточка для сборки такая. А эта штука похожа на ручку для спиннинга, где закрепляется катушка. На самом деле, в принципе, это так и есть, но это закрепляется на рогатку и катушка здесь. Сейчас, наверное, мы до нее тоже докопаем. Надеюсь, все цело. Вот такая вот штука. Это защита. Такой себе БДСМ, да? Я не знаю, что... Не, ну, в принципе, защита. Вот, когда мы натягиваем рогаточку вот так вот, да, вот здесь вот, в случае чего, здесь все защищено, здесь пластина. То есть под этим всем это не просто кожа, здесь еще металлическая пластина. Вот здесь пластина. То есть мало ли что, там со стрелой все-таки это реально опасно, она может насквозь руку пробить. Вот, вот эта штука полностью закрывает ту самую часть, куда вдруг что. Ну, мало ли что, так-то сложно попасть, наверное, чем-либо, да, вот это вот. Ну, вдруг резинка порвется или еще, вот эта штука будет защищать. Вот такая вот садомаза. Что у нас тут еще? Какой-то, вот он, самый пакет, который пришелся весь смятый удар. Прям интересно, что там. Короче, а, тут стрелы. Стрелы полностью разборные. Что-то еще. А, ну и всякие вот эти шкунтики, винтики для вот этой вот рогатки. Для крепления. О, металл, смотрите, это все металл. Реально, он весь целиком из металла. Ни одной пластмассовой части нет. Ну, вот это сама собой пластмасска. Ну, как и во всех спиннингах, да, вот этот. Прикручивается. Стрелы. Но стрелы не вижу смысла вам показывать сейчас. Посмотрите мои прошлые распаковки. Я показывал эти стрелы, самые простые. Тут 3 стрелы. Вот они в пакете. Так, ну и сама рогатка, наверное, да? Как это теперь достать? А, тут еще какой-то БДСМ. Кляпа тут нет вроде. Так, смотрите. А, это чтобы крепить катушку. Кстати, я такую же штуку заказывал, сейчас покажу. Ну, отдельно брал. Вот она. Только я брал на резинке. Это чтобы крепить катушку. Вот, это откручивается, сюда крепится катушка и просто на руку. То есть не крепите вот эту штуку, вот эту всю трубу, да, на рогатку, а вот именно вот так вот
прикручивается сейчас, просто неудобно в этой штуке. И вот здесь будет катушка снизу на рукой. То есть стреляете из рогатки, вылетает трос, и потом закручиваете вот так вот. Вот у нас, кстати. Ну, катушку, как люди говорят, лучше взять другую. Здесь самая простенькая. Ну, я как бы не планирую вообще этим штукой долго заниматься. Максимум, мне кажется, пару раз хожу. Ну, в принципе, вот так вот, да, взять с собой на рыбалку. Вдруг какой-нибудь там карп приплывает или еще что-то. Почему бы нет, не попробовать стрельнуть. Такая вот катушечка. И вот сама рогатка. Ух ты, мощная какая. Не, ну, все цело пришло, кстати, друзья. Все цело. Рогатка, естественно, она не металл. Это она просто так покрашена в такой цвет. Это пластик. Ну, полный комплект садомаза, как видите. Вот, рогатку взял с упором. Видите, она сюда упирается. В отличие от той, которую я держал. Там, когда натягиваешь, все-таки рука немножко подрагивает. А здесь прям все жестко, прям чувствуется. Бах. Смотрите, все закрыто, защищено. Вот эти вот резинки сюда одеваются. Натягивается со стрелой, стреляется. И, скорее всего, я вот эту штуку не буду пользоваться, а вот эта катушка будет висеть здесь. То есть стрела вылетает, разматывается леска, и все, потом начинаешь крутить. Кстати, мне еще в подарок вот это положили, я это не просил. Еще в подарок вот это, да, все, в принципе. То есть продавец честный, все хорошо отправил. Ну, может быть, это здесь у нас задержали, я не спорю. Потому что продавец быстро отправил, реально. Это где-то здесь у нас задержалось, на таможне, на почте, не знаю. Так, ну что, давайте вот эту большую коробку возьмем. А то что-то я хотел ее на финал оставить. Но она тоже, похоже, консолидирована. Кстати, забирал я не на почте, а с DPD. Вообще, не понимаю, почему сейчас e-mail все реже пользуются китайцы и отправляют все на DPD. А это немного дальше, чем почтовое отделение для меня. Раз коробка, два коробка. Три коробка. Все убираем. Ну, похоже, это камера. Пенопласт китайский подарил. HD-камера. Многие просят посоветы, какой-нибудь видеоглазок, чтобы был незаметный, выглядел как обычный, который можно будет подключить к видеорегистратору, все дела, чтобы это был просто как IP-камера, причем он с Wi-Fi, друзья. Он, то есть, не обязательно тянуть провода через всю квартиру, там, через весь дом. Он с Wi-Fi, с микрофоном. У него есть питание 12 вольт. Ну, как обычная камера. Кто смотрит мои обзоры, да, можно по LAN подключить. Вот кнопка Reset. И выглядит как обычный глазок. С этой стороны, видите, глазочек, а у вас с внутренней стороны будет вот такая блянда торчать. Причем раньше, если что-то подобное покупать, это было аналоговое. И там разрешение даже было не HD. Здесь уже 1080p. Угол обзора хороший, всю площадку можно посмотреть. Не знаю, сделаю я про него обзор, не сделаю. Вот, ну, штука классная. Брал ее специально для человека, просил. Вот. И тут к нему даже, смотрите, еще дополнительный блок питания. Классная штука. В принципе, из бюджетных вариантов такого типа, которого вполне достаточно. Он, я говорю, там еще флешка можно, то есть еще и удаленно можно архив смотреть со смартфона. Там и аналитика по обнаружению движения, все дела, все здесь есть. Приложение X-May, насколько я помню. Все работает, вот такая классная штука, ссылка в описании под видео. Друзья, если время позволит и не нужно будет срочно установить этот видеоглазок, то я, возможно, сделаю еще обзор про него. Можете, не дожидаясь обзора, брать, реально штука классная, уже проверена не первый раз. Просто обзоры не всегда успеваешь снимать, потому что некоторым людям нужно срочно устанавливать оборудование. Так, что у нас тут? Оп, блок питания. Блок питания 12 вольт 1 ампер, этого вполне достаточно для обычной неповоротной камеры. Смотрите, инструкция, карта 64 гигабайта, патчкорд. Ну, комплектация богатая, и из этого всего я уже понимаю, что это камера от Z-Jackson. Это, насколько я помню, 5-мегапиксельная камера. Да, это 5-мегапиксельная камера от Z-Jackson. Заказывал две штуки, одну с объективом 3,6 мм, другую с объективом 6 мм. Ну, по-моему, это она есть, да. Да-да, вот также блок питания в пакетике отдельно. Вот, так же самое это. Короче, тут две одинаковые Wi-Fi камеры, 5 мегапикселей, это очень хорошее разрешение. Причем Z-Jackson делают очень качественно, обратите внимание. Да, во-первых, даже вот с комплектации, начиная, смотрите, антенны брендовые, да, это собственный прям завод, о которых делают. Все хорошо, металл, лючок здесь для удобства с картой памятью, все дела. В чем отличие этих двух камер? Одна с объективом 3,6 мм, угол обзора у нее 75 градусов, но при этом она не так хорошо видит, не так хорошо приближает. У другой камеры объектив 6 мм, то есть получается она сильнее приближает, но угол обзора за счет этого немножко меньше. То есть если вы, допустим, живете где-то на третьем или даже на четвертом этаже, и у вас под окном находится машина, то можно взять, в принципе, вот это 6 мм камеру 5-мегапиксельную, направить ее на машину,
она будет как бы близко ее снимать, все самое необходимое, еще и с хорошим разрешением. Ну а если камера висит где-то на высоте 2,5-3 метров, то лучше всего брать вот такую камеру 2,8 мм, у нее угол обзора побольше, то есть где-то на территории, на даче, там, в доме, вот такой вариант самый нормальный. Так, ну что, продолжаем, давайте маленькие, маленькие, то что-то большие, большие камеры. О, золото! Посмотрите, дорого, богато. Смотрите, какая красота. Это, короче, корпус для Powerbank 18650, вот этих аккумуляторов. Ну, знаете, такой самый простецкий Powerbank стоит очень дешево. И, в принципе, для того, чтобы зарядить смартфон средний практически до конца один раз, вполне достаточно. Уже пользуюсь такими штуками, но всегда хорошо, когда их много, потому что места мало занимает. Еще смотрите, как красиво выглядит. То есть сюда вставляется аккумулятор, отдельно тоже закупаете, они разные всевозможные бывают. Вот. Сюда его вставляете, и вот, пожалуйста, USB, микро-USB. Через микро-USB можно заряжать сам аккумулятор внутри корпуса, через USB, как обычно, можно заряжать смартфоны, планшеты, там, фитнес-часы, что угодно. Вот такая штука. Где-то в сумке, в рюкзаке лежит, в кармане, прикольно, вполне достаточно. Так, ну, давайте чуть-чуть побольше пакетик, потом маленький, наверное, тот побольше откроем. Тут что-то красивое. Оп. Это, короче, наушники. Ух ты, как прикольно, быстро пришли. Друзья, это новые наушники от Tronsmart Onyx Ice. Не знаю, как они звучат, форму мы все узнаем, такая AirPods, да, AirDots и так далее, вот все такие вот наушники. Но зато в такую форму лучше всего встроить микрофон. И, наконец-то, возможно, в этой модели будет годный, хороший микрофон для того, чтобы можно пользоваться ими как разговорной гарнитурой. Ладненько, это все проверим, пока что их в сторону берем. Так, ну и, как говорил, маленький пакетик. Что тут? А, тут тоже тема аккумулятора, тема пауэрбэнка, тоже такая же. У меня просто несколько вот этих аккумуляторов. Вообще он заявлен, в принципе, на 5600 мАч. Вот, тут два вставляется аккумулятора. Принцип такой же, как вот в том малыше золотом. Взял желтенький, такой яркий. Есть, естественно, как вы понимаете, разные цвета. Также и вот у этого есть там зеленые, синие, красные, какие угодно. Также USB, микро-USB и даже какая-то лампочка-индикатор. Но именно вот такую модель я еще не пробовал, вот эти вроде бы нормальные. Тут еще лампочки-индикатор, кнопка включения, такая желтенькая прям в цвет, да, мне сегодня. В общем, погоняю какое-то время, потом вам скажу такую обратную связь нам об этой штуке, может, где-нибудь напишу там ВКонтакте. Тут что-то раз, два, три, четыре, пять. Это я комплектик прям взял, крутой. Крутейший комплектик датчиков движения. Датчиков движения, сирены, автономные штуки. 5 штучек вот таких вот, друзья. Возможно, смотрите мои ближайшие ролики, и мы их еще будем разыгрывать прямо внутри роликов. Классные штучки, автономные, удобные датчики такие движения от Керуя. Ну, завод Керуя, бренд может другой, но это все как бы Керуя делает. Они вообще полная автономия, сами по себе, каждый. Вот, да, это Керуя. Вот, у Керуя прям свой стиль, свой бренд, они сами задают, так скажем, тренды. Они являются лидерами международных выставок в системе охраны, пожарной сигнализации и даже видеонаблюдения. Ну, видеонаблюдения их постольку поскольку. А вот именно охрана, пожарная сигнализация, это прям их тема. И они прям в этой теме вперед на пару шагов точно. Вот такие вот ребятки настраиваются. Вот такой ноу-хау. Знаете, такие датчики движения, где не надо что-то думать, как это все подключить, провода там туда-сюда. Это вот просто домохозяйка там или бабушка какая-нибудь взяла, купила, поставила батарейки и все, смогла пользоваться этим. Вот как бы такая простая тема, и тем не менее это является еще и охранной сигнализацией. Вы сами все видели, показал вам от самой мелочи до более-менее средних всяких камер, охранных сигнализаций и тому подобное. Надеюсь, вам было интересно. Если интересно, то пишите в комментарии. Будем, возможно, продолжать эту, так скажем, рубрику. Если не интересно, тоже пишите, будем делать выводы, может быть, что-то добавить. Ну и все ссылки на заинтересующиеся вам товары вы найдете в описании под видео. Ну а я надеюсь, видео было полезно, и будет здорово, если вы поделитесь моим видео в соцсетях, напишите приятный комментарий и поставите палец вверх. С вами был Еж, пока!